Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами? Я же сказал, Жан, уже твой стандарт надо чуть больше, брат. Ну, блядь, я... Тихо-тихо, брат, дай бог, что-то будет. Ну, это сентябрь-октябрь, братан. Я, блядь, 4000 очень сильно рад в октябрь-сентябрь. Ничего страшного. Завтра так смотрит, сегодня так будет. Нужно просто кайфовать от стримов. Когда будет все расти? А если вот так сидеть, блядь, сильно тоже нельзя переиграть, переигрывать тоже. Что хочешь, амбассорчик? Ты противным стал. Амбассорчик, у тебя очень личный ник. Очень цвет ника. Который сливается с моим чатом, ебаным. Что ты от меня хочешь? Вот Саша СПБ я вижу с километра, нахуй. Вообще 4 года смотрю, игноришь, а? Да потому что, брат, не вижу тебя, того урод, баб. Сделай ник желтым. Смотрите, был, блядь. А мне? Специально, а? Вам? Раш, привет. Хороши доты. Вот тебе трячок. Не знаю, доброкек. Мне лень играть. Если кто-нибудь что-то предложит мне нормально пойти 12 на 12 поиграть, я пойду. А так, на. Мне очень лень, клянусь, лень играть. Машинка норм тема. По, как я понял, твичу интересно только тёлки. Одну бери. Не, всё. Всё. Никаких тёлок, братан. Какая тёлка, блядь? Даже если тёлки интересны, братан. В дальнейшем, что я буду делать, если этой тёлки рядом не будет? Что мне делать? А? Вам? Привет. Хочу поменять свою жизнь и уехать из Москвы. Работал с 17 лет в автосервисе. Может, найдётся для места в Сарере? Полировать, если умеешь, возьмем, конечно. Скиллс тут забрать, я не хочу играть, честно, клянусь, не хочу. Я хочу вот так сидеть и пердеть. Клянусь, не хочу, пацаны. Хе, стоп, ты лох тупой. Ну ты крыса, ебаная. Димон 12, 35, 1, 5, 1, 5. Вам? О, бастурчик, нормально. Здорово, рестайлинговый хаздик. Брат. Вопрос такой. Чё? Есть 6 миллионов, хочу цешку 63 купить, дрез 205, кузов седан. Что насчет нее скажешь? Да это 540 было в рот, ебал ее 30к, проехал коробку, маму выебалас. Брат, я тебе так скажу, если ты на 540-го умудрился коробку сломать, на цешке ты слом... ну... понял. Ну, конечно, охуточку. Почему? Обоснуй. Ходи необоснованно. Вот так я захотел, понял? Хорошо, разбани. Короче, по поводу тёлок, я так скажу. Классно, контент с тёлками. Реально хорошая тема, ну, весёлая. У меня он был когда-то. Но, есть одно но. Этот контент будет рассчитан на типов, которые будут приходить и говорить: Равшан, а где эта тёлка? Равшан, а где вот эта тёлка? Вообще, а вот эта тёлка, и без тёлок ко мне не будет приходить. Мне поэтому поебать, я хочу, чтобы спасибо ко мне большое, приходили на меня посмотреть. Молодец. Understand? Спасибо. Да, ошибка контент, прикольный контент на самом деле. Особенно если девчонка прикольная. Отправляет, знаешь. Вечно в крики дать. Я с Аллой никогда не встречался. А тёлку выебал. А та тёлка с**ла. И такие просто будут пи***ться. Да, пизде, как можно такие вопросы задать вообще? Как можно кого-то что-то тыкать? Конечно, я не видел. Здравствуйте. Мне одну шаурму без сыра. Спасибо. Какая мразь. Бля, можно жестко ответить тебе, брат? Ты можешь как гости продолжать контент накидывать? Да могу, но не хочу пока. Кого приглашать? Тебе надо одежду летнюю в Дубае. Какую, блядь, одежду в Дубае купить летнюю? Бля, там реально жарко? В Дубае? Я что-то не могу вспомнить ни одну историю, брат, честно. Сколько там? 40? Охуеть. С быстро хуйня отношусь. Сердце в сердце не помешу. Не могу остановиться. Вован! На двоих одно дыхание. Равш, я пишу девочкам. У нас с ними на 120 лет разница где-то. Мне постоянно отвечают, что нет времени на знакомство. Сколько разница? Мы с ними на 120, на 12 имел в виду лет разница. Мне постоянно отвечают, что нет времени, за что делать. Братан, век твое к тебе придет, братан. Лучше не пиши им.
Кто заказал это? Раван? На турецком можешь пару слов туда-сюда сказать. А про ту, когда тебя обоссали? Димон, что ты? Меня не сломать. И все потому что... Началось, наоборот. Едет. Не, на ешке пойду. Асин турок. Ахасхалым, брат. Турким, брат. Асин. Пошел нахуй, ваш зычек схуяли. Вам? Раф, ты кто по нации? Уже сказал? Брат, такой вопрос. Если бы ты был стримером одиночный, без склада, кажется ли тебе, что... Не кажется ли тебе, что ты бы уже поднялся до 500 к/500, так как независимо границ по времени, ведь быстро вел по тенечке? Не знаю, честно, я не думал об этом. Если меня не сломать. И ты заходишь, и я выхожу. Ты понял? Ради тебя зайду сейчас в доту, братан. Чтоб ты не ушел. Не, вот. На этот вопрос, вот по поводу того, что там время ограничено и так далее, я могу просто выйти из графика. Но я сам не хочу. Потому что мне так комфортнее, понял? Какой смысл стримить каждый день? Просто так, понял? Типа заебывать людей, одно и то же делать. Когда можно через день делать и не заебывать людей. Понял, какая тема? Не важно, брат, на сколько часов там стримишь, блядь. Я и так много стримлю. У меня есть второй канал. Мне так комфортно. Я сейчас себя комфортно чувствую, блядь. Если мне как-то... Если мне нужно будет больше времени, я просто скажу там... Кому, кто там со мной в 3 стримит. Братан, мне нужно больше времени. И все. Блядь, иди нахуй свой треком этим ебаным, блядь. А вы как, блядь, оцени клип? Шан, онлайн, как быстро... Так, дай бог. Раван! Как считаешь, достиг ли свой пик? Оценишь клип. Я думаю, нет. Лаки момент. Иногда задумываюсь, типа, вот, блядь, раньше так смотрел, сегодня так, потом бывают дни, потом опять нормально. Короче, это все, понял, такое, уходящее, приходящее. Насчет пика не знаю, ну, типа, не мне судить. Хотя по себе я не чувствую, понял, мне похуй. Я, блядь, стримлю вот как есть. Не заморачиваюсь сильно, на самом деле. Я думаю, что нет, пик у меня. Не знаю. Раван! На орешке. Все зависит от того, от чего знаю. Вот как вам? Раван! Классика. Это, что хотел сказать. Самый большой онлайн без рейдов, без у меня был. Вот на стриме, вот и дома. Я сужу так. Мой хороший онлайн, вообще любого человека, я считаю. Например, когда он сидит, ну, можно это, кажется. Когда я сижу за компом, один, да? Это конкретно ко мне люди пришли. Да, вот если так возьмем. Ну, 1008 было. 8000 смотрело меня. Конкретно вот за компом я сидел один. Может, даже 9 было, да. Я помню, когда мы форсаж смотрели, меня, блядь, ебать, сколько людей. Я не помню. Там много было моментов. Короче, похуй. Как Фалентес не поступай. Братан. Ну, я не помню, как Фалентес еще сделал. Кстати, я к нему приезжал, когда у него... Я помню, мы с ним общались, когда у него вот... Когда у него все хорошо было. Потом что-то... Я так и не помню, что случилось. Я сейчас не помню, как Андрюха чел. Он просто... Ему лень, наверное, стало. У него уже тогда... Но когда я приезжал к нему, у нас 8 тысяч смотрел вместе. Где ж будешь? Перегорел стримов. Может? Он просто ФК-видосик начал смотреть. Видосики смотреть — это неплохо. Но к тому пример Братишкин. Он смотрит видосики интересно. Вот я считаю. Это один из людей, с которым я захожу. Если он что-то смотрит, я смотрю только с ним. Понял, да? То есть это исключение. Ну нет, братан, такого не бывает. В смысле исключения? Как понять исключение? Братишка пиздец как стопит. Да вы не понимаете, блядь. Ну, люди не понимают, до сих пор, вы даже подсознательно не понимаете, что вы смотрите. Вот я смотрю Братишкина, потому что он останавливает, что-то объясняет, рассуждает, как-то разгоняет какую-то тему, понял? Ты из-за этого смотришь, и тебе интересно. Если тип будет смотреть этот же видосик,
Если братишка этот же видос запустит вот так, нажмет, и от начала до конца молча посмотрит, но это же не то, штатив. Какой штатив? Что не так? Что случилось? О! Да кто такой, блядь? Ты что тут делаешь? Я считаю, что со мной тоже интересно смотреть видосики. Точнее, я так не считаю. Я же вижу, наверное. Ну, вот. Это нельзя считать, АФК. Хорошо, я говорю, можно считать человека АФК, если он больше ничего другого не делает. Так что, мне вообще можете писать, что я АФК. Мне вообще плевать. Я помимо этого, да, что делаю? Плохой пост АФК. Схуяли. Знаешь, что обидно? Когда вы не были еще популярными, ну, в плане на таком уровне, теперь некоторые стримеры не будут говорить, скипали ваши моменты на рынках Twitch FM, а потом листать начали совместно с... Да похуй, блядь, вообще. Брат, оно так и бывает, понимаешь? Не знаю, вот мне вот... Вот я вот дома сижу, очень нравится смотреть видосики. Бля, очень сильно нравится стримить видосики. Очень сильно нравится. Но я иногда, ну, очень... Короче, мне вайб, вот этот чат, видосики, хай, хуй, прикольно, знаешь, класс. Я бы всю жизнь за компом сидел, стримил бы, если бы это прям всегда заходило. Бля, отвечаю, очень охуенно. Стабильно смотрел бы до хуя людей, клянусь, с места не встал бы. Даже ЕРЛ не стримил бы. Ну ладно, стримил бы иногда. Охуенно. Тиктоки, ой-ой-ой, тиктоки люблю. Тебе и так смотрю, когда ты дома. Не, ну ЕРЛ я делаю, ну, бля, для себя, ну, разбавиться, понял. Заебы, ну, иногда вот два-три стрима делаю домашних, и я такой уже, так, надо выйти, понял? Не вариант, уже заебался в моменте. Вот. Привет, Лик. Стримил, да? Когда пацанам поедешь? Я утром. Мне просто в налоговую надо бумажку кое-какую забрать, ИНН свой, вот эту бумажку. Для... Я же налоги плачу, наоборот, стример вам. Что думаете? Вот, видишь, Равлик мой брат. Нарезки стаю люблю. Он для новой. Все налоги платишь? Все налоги плачу. Донаты только вот, я не знаю. Только за донаты не плачу. А я не знаю, как за донаты налоги платить, ясно? Скажи, как ты как ты отреагировал на свой хайп? Я даже не понял, когда это было. У меня вообще такого не было, наверное. Братан, хайп, ты знаешь, когда, братан, я запущу стрим, у меня будет 15 тысяч человек сидеть, вот это хайп будет. А пока это так, понял? Один раз пернул, раз, подлетел. Пернул, раз, а это хуйня, братан. Братан, смотри, зачем мне столько машин. Тройка для души. Это вот, знаешь, вот я знал, вот мне нравятся машины. В автомобильной движухе, чтобы я мог железо сказать, братан, у меня тоже есть машина. Вот смотри, как я ее собрал. Они такие, базару нет, классная тачка, у тебя красивая, стильная. Понял, следишь за машиной и так далее, нормально собрал. Вот это вот моя машина, вот для души, вот я, вот моя, понял, и все. Приора, жоповозка, сильная. Тоже, на самом деле, я купил, только потому что она мне нравится. Просто нравится Приора. Ешка, ну, Ешка, понял. Чё, коллаба? Не знаю. На нашинском привет передай. Как ты на нашинском привет передай? Салам алейки, дядя Месаня, брат. Сора на сердце на эмиссию, Микаэль. Хочешь, Гальден. Рафан! Салам алейкум. Всем ахиска салам от Микаэля. Ау, ахиска городе, ахискалы, охланла, ирэндас. Сегодня танцевал, кстати, под это. Видели, как я танцевал сегодня по правилам, а? Вот, ау, я как в моменте сгорел. Я думаю, бля, вот в натуре, ну ты, вы, некоторые люди злые же есть же. Когда Сэм что-то про Краснодар говорил, типа, вот, давайте базу там откроем. А я такой думаю, блядь, ну... Сейчас не вариант никакую базу открывать, потом вариант базу открывать. Это там зимой, когда там. Я пацанам пишу, а я не пишу нет. Понял, в чате? Я пишу, бля, может быть, ну я с понтом, что... Идея-то отличная. С понтом, что зимой же это будет. Может, в Москву съездим. А потом, типа, Жиги отвезем в Москву, покажем. И это. И Сэм подумал, что я не хочу. И в чате как начали. Я пошел, нахуй, кик. Там в своем обширонске не хочет выходить. Я думаю, ебать, вы че ебать вообще? Люди реально думают, что есть разница, в каком городе сидеть и стримить. Нету разницы. Неважно, где вы живете. Вообще
Нет разницы. Во-первых, этот Апшеронск, в этот Апшеронск приезжали, блядь, стримеры и здесь стримили. Ваш город какой-нибудь приезжал, стример кто-нибудь стримил? Даже в Апшеронск приезжали. Строго, блядь, Макс. Представляешь? Ван! Равшин, в 10 километрах от тебя. Крикнешь, я услышу ха-ха-ха, точка, кидаю 100 на випки в гейм-арене. На другое не трать. Я себе. Спасибо, брат. А Ивлеева тоже приезжал в Апшеронск. Не в***ись на Апшеронск. Понятно, нахуй? Коллаба с Литтеннер же, братан, я и есть Литтеннер же, нахуй, что ты хочешь? Литтеннер же? Так возьми, купи, я есть Гио, мой брат! Короче, нет разницы, кто где живет, пацаны. Можно из любого, блядь, из любой дырки делать, стримить, блядь. Неважно, где ты живешь, братан, главное, кто ты. Ебать, я дал еб. Панамера Универсал очень красивая, брат. В натуре, Гио! Блядь, мне, походу, 16 числа нужно в Москву полететь. Как мне это все успеть сделать? На, походу, туда и обратно, блядь. 15-го полететь, числа 17-го обратно полететь. Потом, блядь. Кому? Да там позвали. Туда и обратно слетать. Не, с Джиги нормально. Почили, ну. Охуй. А, Бустер говорил на стриме, да? А, ну тоже ты обратный. Фу, как я пернул, ужасно. Я воняю так прикольно. Розой какой-то. Что с тобой, Кирюха? Долбоёб тут сидит, играет. Когда открытый делаем, Кирюх? У меня тильт. Всё? Всё, брат? Расскажи. Это потому, что меня нет рядом, брат. Я приеду и подниму тебе настроение, знаешь. Первое свидание? Хуй, блядь, я не помню. А, он рассказал, да, какой видос будет снимать? Я очень сильно, ну, мне интересно, пи***ц, как понял. Он рассказал, какой будет видос будет? Просто я не знаю. Какой же будет? Хорошо, какой видос будет? Ну, я считаю, что у меня, ну... Я выдержу. Хотя, я, может быть, минуту просижу и уйду сразу же. На трон. Полечу, блядь. Хуй знает, сколько времени заебашить. Пролечусь, минуту просижу, потом пойду в туалет. Кайф. Вообще охуенно будет. Круто. Круто приехал на видос, скажет. Не, я терпеть не буду. Ну, это не нужно. Поверь, я когда захочу, я просто скажу, давайте всем салам алейкум, я пошел. Где тут у вас кабинки? А нет, тебе, конечно, терпеть не нужно, я такие дела. Хуя, что, терпела, что ли, братан? Я пойду сразу сяду. Памперсы и дезик. И под тебя ебашь, да? Бля, поправь, знаешь. Да там ты что думаешь? Я уверен, что Слава, блядь, хитрый хуй. Он там жрачку возьмут. Они будут нам давать хавать, понял, специально, чтобы мы жрали сидели. У Сэма затычку. Эта затычка пробьет там, в смысле, ангар или где мы там унесли. Как ебет оттуда. Может, кого-то зашибу, блядь. Давай, Кирюх, спи. Спокойной ночи. Короче, лучше не хавай, да? Перед этой движухой. Какая у тебя машина будет? Да нет, ты что, на важнее заешь? И не пей. Ага. Братан, чтобы отвлечься, позвони друзьям и выходи гулять с ними почаще. Антибиотики выпей, они говно как камень делают. Да мне потом жопа болеть будет, поеб что ли? Не-не, я надеюсь, что мой организм справится, и я выдержу. Но есть одно но. Как только я почувствую гарь в жопе, я вот так встану, скажу, всех обнимаю, целую. Где здесь у вас можно присесть? Ну, я думаю, что там не сильный будет. А если... Ну, нет смысла же на видос давать жесткое слабительное. Да, наверное, я тоже так думаю, что там будут слабенькие таблеточки, просто будут давать. Понял? По чуть-чуть. Куди свой, покажи, Нефорс. Чё? 89-й склад, братан. Что-то хочешь сказать? Нефор. Кого-то там Нефором назвал, ты вафля, ебаная, сука. Спасибо, ты милец. Бля, не поправить, знаешь, вот так сидеть. Бля, а есть вероятность, что я вот так буду сидеть и, типа, неожиданно обосрусь? Невозможно же эта хуйня? В натуре? Да нету, бля, как я могу не почувствовать? Типа, сидишь такой, а, все займись, и просто, пфф. Ты же по-любому такой, ох, живот заболел, там, ох, полезло. Зато хайп. И да ебал такой хайп, блядь. Может, зажать и обосраться. У меня такое было. Там живот не болит, там даже клапана не держат от слабительного. Ой, Женя Новиков и Леха Мельников, здорово, Тутаева, мои братья в городе. Я не хочу обосраться. У меня... Подожди, я пошел в Ютубе смотреть. Ван! Равш, что посоветуешь? Купить себе ишку старую или открыть малый бизнес?
Ты что спросил? Я не знаю, брат. Я хуй, ты что спросил меня?